Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы у вас спросить, Галина, это то, что вы действительно ли вы считаете, что вот ответа на такой короткий вопрос будет достаточно для того, чтобы решить проблему? То есть правда вы так думаете? Вы правда считаете, что это будет достаточно? Вы правда думаете, что вот ваш ребенок, да, он, ну, в общем-то, достоин такого вот короткого вопроса, в котором вообще ничего почти не объясняется, кроме только того, что с ним сейчас вот происходит, ну, на данный момент. То есть, ну, это как-то вот странно немного, по моему мнению, это немного странно. Вот. То есть, ну, нужно как-то побольше информации все же, если вы хотите разобраться в этой ситуации, да, то нужно все же как-то, ну, больше информации, на мой взгляд. Потому что очень мало информации. Вот, а та информация, что есть, это по факту, вот просто следствие. Это не причина проблемы, это следствие. Вот. А причины, как бы, о причинах вы ничего не говорите. Вот, вы не задаете вопрос. Чего вы хотите? Тоже не совсем понятно, к какой цели вы обращаетесь за помощью сейчас. Это понятно, что, наверное, вы хотите что-то сделать для своего ребенка, как бы вот. Но так, а что конкретно вы хотите сделать? Не я. Поэтому тут вот к вам такие вопросы. Дальше. Следующее, о чем хочется сказать. Значит, то, что у ребенка идет очень сильное отторжение. Отторжение у ребенка идет в первую очередь себя самого. Вот, в первую очередь. Во вторую очередь идет отторжение реальности, что объясняется тем, что демонстрируется в том, что ребенок сидит в социальной сети, да, постоянно в контакте сидит, вот это избегание реальной жизни, реального мира. Вот. Ну и, собственно, непринятие своего пола – это проблема, потому что получается, что человек не прошел вот стадию. Дети, они проходят определенные стадии, когда девочка начинает осознавать себя девочкой, понимает, что она не похожа на мальчиков. Вот, если она не перерастает эту стадию, вот, то, соответственно, у нее возникает такая вот проблема. То есть, когда это в детстве, она именно в контексте гендера не сформировалась. Ну, в этом ей нужно помочь. В этом ей можно помочь. Ну, в этом можете помочь ей и вы. Потому что это в норме. Вот в норме дети, они перерастают. Ваш ребенок не перерос. И, соответственно, ответ лежит в вашей семье. Нужно только посмотреть, что именно в вашей семье происходило и как
происходило. И тогда, я думаю, будет понятно, ну гораздо понятнее, чем сейчас. Вот ребенок — это отражение семьи, это отражение семейных отношений. Если у вас есть какие-то проблемы, ну, вот, ну, к примеру, да, если у вас есть какие-то проблемы, то да, ребенок будет реагировать на это вот таким, скажем, бунтом. Вот, ребенок будет реагировать на это именно бунтом. И научился он этому, скорее всего, у вас. Научился этому он, скорее всего, именно вот, ну, благодаря какому-то вашему поведению, какому-то вашему отношению и так далее. Вот. То есть я не обвиняю вас сейчас, я не хочу вас обвинить. Я хочу просто, чтобы вы задумались об этом, чтобы вы не торопились запрещать что-либо ребенку, чтобы вы попытались его понять. Вот. И здесь я рекомендую вам ознакомиться с принципом амортизации, вот, который гласит, что если ребенок что-то хочет, да, но при этом есть основания полагать, к примеру, что, ну, что это иллюзия, что его желание иллюзорно, что, ну, что он, то, чего он хочет, это баловство, вот, то тем более нельзя ему запрещать, потому что сейчас он все равно не может ничего сделать, никакой операции, ничего. Вот, если он сейчас не может, то не надо противиться. Соглашайтесь с ним. А там дальше видно будет. Расспросите его об этом. Пусть он расскажет вам, как он все это видит и почему. Понимаете? Вот. То есть не становитесь, грубо говоря, врагом своего ребенка. Это ничего хорошего не даст вам. Вот. Вот это то, что я вам могу совершенно однозначно сказать. Это то, что я могу вам совершенно точно дать. А дальше уже нужно анализировать, смотреть, исходить из того, что непосредственно у вас в семье происходит. Дальше уже нужно анализировать непосредственно из того, что с вами, ну вот что сейчас у вас в жизни происходит. Вот. Мне кажется, так вот, по крайней мере. Ну, это вот, как это я вижу, как я эту ситуацию вижу, по крайней мере. Вот. Запретить, да, ребенку там что-либо сказать, что ты там не можешь этого делать и далее, это, ну, неправильно было бы. Вот. А, соответственно, как-то напротив, да, поддержать его и, собственно говоря, дать ему увидеть, что вы, ну, действительно как-то вот обращены на него, да, обращены именно
к нему. Вот это куда более позитивный аспект, куда более важный аспект, чем какая-то такая открытая конфронтация. Вот. Понимаете? Это то, что я могу вам сказать. Вот, в принципе, все, что можно вам ответить. Вот, соответственно, можно и нужно сделать анализ отношений у вас в семье для того, чтобы разобраться, откуда у ребенка могли появиться такие реакции. Вот, и, возможно, вскроются проблемы, о которых сейчас, на данный момент, вы можете даже не подозревать. Вот. Так что, если вы действительно хотите помочь ребенку, по крайней мере, там мы сейчас говорим, не обязательно говорить сейчас про пол, да, можно говорить про то, что он сидит там ВКонтакте, вот, это не есть хорошо, потому что, ну, он как бы игнорирует реальный мир, вот, а это отнюдь нехорошо для, ну, для ребенка, вот. Вот в этом помочь вы ему вполне себе можете. Я бы не рекомендовал, если честно, спешить с тем, чтобы показывать его специалистам. Я бы не рекомендовал бы торопиться с этим, потому что подростки, они часто бывают достаточно подозрительные в этом смысле. Вот. Так что здесь важно не спешить, чтобы не навредить еще больше. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!